Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Железный Десант. Надо потратить все наши очки. А здесь... Так, а здесь мы, по-моему, хотели вот этот баллон со взрывчаткой прикупить. Так, здесь у нас... Что-то ведь готово, да. У нас тут 195 кредитов. А здесь мы получаем еще 200. Итого у нас 1140. Я, значит, могу себе что-нибудь приобрести. Ну, в принципе, 300, этот 600. Давай, наверное, вот этот возьмем. Пускай их будет двое. И, наверное, вот этих. Ауч. Чуть-чуть не хватило. Ладно. Ну что, я думаю, мы пока не пойдем на второстепенные задачи, пойдем на основную. Координаты, полученные на Сагане-1, привели нас на планету Аллегр-4, где расположены самые современные научные лаборатории. Стервятники захватили научный комплекс и создали там новое оружие, которое они планируют использовать против Федерации. Нам нужно вернуть контроль над комплексом, пока не стало слишком поздно. В этом задании к нам присоединится адмирал Теггинс. У него есть коды доступа к системе безопасности лаборатории. Нам нужно помочь ему пробраться внутрь и активировать защиту базы. Будьте осторожны, и если Теггинс погибнет, мы не сможем остановить стервятников. Главная цель – пробраться в комплекс. Ну вот, очередная задача по защите персонажа. Ну, нам уже не впервой, лишь бы Теггинс сам не тупил. Вот он. Обожаю запах других миров поутру. Стервятники прямо по курсу. Покажем этим падлечкам, что с Федерацией лучше не связываться. Так, он что-то тут призвал на помощь, да? И все? Ты серьезно? Так, а у него никаких способностей, я смотрю, нету. Понятно. Ну и куда же нам... Так, подожди, гоу-гоу-гоу. Давай-ка мы сделаем немножко по-другому. Я схожу на разведку. Опа. Так. Там уже бомбят по мне. Ну, залезть я туда не могу, к сожалению. Значит, мне туда и не нужно. Так. Начинается, да? Не успел начать играть, они уже тут как тут. Бегут со всех сторон на меня. Так, давай вот этих вот хламонов. Руби, 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 руби их. Так, дальше идем. А тут тупик. Успеешь ты завалить? Ладно. Хотя подожди, не успел чуть-чуть. Фиг с ним, сейчас он появится. Мы опять отправим его там и сделаем небольшую бучу. Так, куда вы пошли? Сюда. Да иди ты, встань ты сюда, твою налево, блин, еще подожгли. Так, он уже готов у меня. Заходи, заходи туда, не волнуйся. Вот так вот сделаем. Руби, руби, руби базу. Отлично, давай вот это вот. Вот так, со стервятничками. Что такое? Все там норм, не надо пугать. Сама по себе планета такая агрессивная, блин.
Нате вам, гаденыши супостаты. Ну что, будем прорываться потихонечку, наверное, да? Да ё-моё. Слушай, она очень хорошо жарит. Я смотрю, противничков-то. Твою налево, блин, пошел через огонь, через этот. Так, идут. Ну давай ты разбирайся, ё-моё, Мунисай. Стоит там, улыбится мне. Я должен через этот каньон, да, теперь проходить, блин? Ну, конечно же. Давай, Мунисай, вали. Так, турель и база вот эта вот. А я тут пока на подхвате, если что. Давай, 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 отлично. Базу теперь захвати, пожалуйста. Справимся, справимся. Ну что, пора бы и нам, наверное, повеселиться, как я думаю. Смотри, 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 что происходит. Так, они жестят тут вообще по-черному. Так, десантура, иди сюда. Будем ли мы тут успевать? Вот в чем проблема-то. Так, Мунисай, иди разберись там. Видишь, периодически вызывает. Так, и с этим тоже. Но здесь нам не пройти, тут лава. А куда же нам тогда надо идти? Погоди-ка, я не понял. Сюда? Точно. Биобласт. Ну что, ребята, пойдем прогуляемся маленько. Коль пошла такая пьянка. Так, сейчас прогорит. Ой, дурики, а. Валим, 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 валим базу их, эту тоже. Они даже не реагируют, прикинь, им пофиг. Что-то... А, они стоят там, с этими воюют у меня. Блин, ты посмотри какой, а? Вы-то что стоите там? Прикрылись они. Да ладно, Мунисай у меня выжил? Куда вы идете? Валим этого меха. Так, и что, захватываем пульт этот? Что надо сделать? А, ну я понял, у него уже коды доступа-то. Коды доступа только у него. Ну что такое? Ну загорелся, да, чуть-чуть. Чё сразу тревогу-то поднимать по этому поводу? Так, сейчас мы должны, наверное, еще будем обороняться. Держите позицию, так и есть.
Так, пускай он бежит, пока разбирается. Блин, наверное, нам надо будет еще и дрона поставить сюда. Блин, только половину, ребята, успел сделать. Фига тут. Ё-моё. Дай-ка я еще вот этого дрона поставлю. Ну это трындец, конечно. Сколько там? Все сейчас взломает. Успели. Что-то под конец очень много их там набежало. Наши войска будут всеми силами держать позицию ворот. Нам нужно спешить. Помогите Теггинсу добраться. Так, до консоли вести коды. Опять, блин. В меньшинстве. Знать бы, где эта консоль. Так, ну здесь тупик. Значит, нам нужно... А здесь нам не пройти. Точно, тут тупик. Так, ладно, давай посмотрим тогда вот здесь вот. Что там орет-то все время? Чардж. Только не говорит, что и здесь тупик. Нет, тут как раз у нас есть где пройти. Так, постой, постой, подожди. Это же не ворота? Ворота. Давай усилимся. Быстренько с ним разберемся. Побежали. Так, сейчас мы с этими ребятами разберемся и пойдем дальше. Ага, вот они где. А этого, наверное, пока отправим сюда. Двоих сразу. Опа, молодец, красавчик. Так, тот спокойно дойдет. Надеюсь. Теггинс. Довести его до консоли. Понятно, тут тупик. А, разрушите барьер? Что-то я не понял. А как я его разрушить-то должен? Ну-ка. Ломается вроде бы. Так, а вот здесь пройти. Давай, давай, разбирайся с ними. Тут у нас радар. Блин, а как мне потом Теггинса-то туда провести? Ё-моё. Через всех. Да подойди ты вплотную, так, господи, ты ж... Короче, я пошел за Теггинсом. Воу! Нифига их тут накопилось. Ладно. Значит, им все-таки придется вдвоем тут ходить. Пойдем. Вот откуда они бегут здесь, а?
Разберись ты, помоги ты ему. Теггинс ватник, он ничего сам не сможет здесь сделать. А они идут бесконечно. Серьезно говорю, бесконечно идут. Нафиг, пошли отсюда. Как ты меня бесишь, когда ты Манусай просто стоишь и издалека бомбишь. Ты не можешь подойти, у тебя же в ближнем бою атака офигенная. Блин, вызывать дрона, что ли, придется, наверное. Так сказать, нам в помощь. Пойдем. Так, тут нормально у нас все пошло. Я надеюсь, я правильно иду, да? Манусай, ну иди ты разберись, ну ё-моё, ну. Побежал куда-то вообще непонятно куда. Вон она консоль, да? Захватите консоль. Сейчас, наверное, как всегда. Продержитесь. Да ёпрста, ты встань ты сюда. Почему же я не удивлен, а? Не шиша. Ну, Манусай, ну ты даешь, блин, а? Так, этот пускай отойдет, этот пускай встанет здесь. Осталось немножечко. И консоль будет наша. Захватили. Стервятники не смогут получить доступ ни к одному из комплексов на планете. Судя по документам, они делали тут что-то вроде бура. Но зачем им это? Нужно смешить, остальные советники в опасности. Зачем им бур? Интересно. Чё они хотят пробурить? Ну что же, здесь у нас все тип-топ. Следующая планета вот эта, да, получается, будет. Так, кредиты 90 всего лишь. И технические очки. Вот технические очки, это приятно. А это что такое у нас? Позволяет заводу активировать робота, добывающий Терри. Оу. Это обязательно нужно. А что вы тут хотите сказать? Что мне тут? Негодяи? Ну, негодяи мне не нравятся. Мне вот нравятся больше, ребят, конечно, вот эти вот. Волшебница, рыцарь и горгулья. Так пускай и остаются. Ну что, следующая миссия тогда у нас получается. Тупик. Предводитель багровых стервятников наконец-то явил себя. Ими руководит Арт Руин, знаменитый наемник и преступник, обвиненный по 175 случаям воровства технологий. Он построил огромную боевую машину из деталей, похищенных в разных частях галактики, и сейчас пытается добраться до штаба Федерации и убить советника. Командир, мы должны защитить совет и остановить Руина. Победите Арта Руина и его войска. Опа. Это что, получается, как бы босс будет сейчас? Скорее всего. Ух ты.
Так, войско стервятников приближается. Готовьтесь к обороне. Готовьтесь к обороне. Так. Наверное, сделаем так. Для начала. Так, подожди секундочку. Пускай будет у нас здесь мех. Куда он побежал-то? Вон, они бегут уже. Так, ну на второй линии тоже, видимо, надо нам. Или как мы будем делать? А я могу призвать? Могу. Так, у нее накапливающий урон. Опа. Так, железный десант, давай выходим. Пускай они там бегут, что хотят делают. Так, наверное, нам надо будет вот так еще сделаем. Пускай бегает, добывает тут нам этерий. А у нас тут солдатик стоит. А, прикольно. Так, что это такое у нас? Это современное оборонительное орудие, питается от аккумулятора, построенное на вибраните и может временно выводить из строя крупную бронетехнику и наносить ей урон. Урон и продолжительность оглушения можно увеличить, потратив этерий. А где эта пушка? Это вот она? Чего себе. Слушай, дело дрянь. Там-то у нас как? Тут, в принципе, все норм. Ага, вот он, бург. Вот он сидит. Ха-ха-ха, думаете, эти преграды нас остановят? Я покажу вам, как сражаются стервятники. Уничтожьте боевую машину руины. Так, если я, например, так вот сделаю, они будут его бомбить? Как я ее должен уничтожить? Можно они по ней наносить урон? Нет. Понял. Эти могут. Так, это мы только с тобой одну часть брони, да? Так, а я могу еще призвать? Могу. Продвигаемся, продвигаемся. Так, от этого толк мало, поэтому пускай он тут разбирается. Ты серьезно? Давай, волшебница, выходи. Как эта штука-то бомбить должна, не могу понять. Come,
Не могу догнать пока. Ну, чего он там? Хватит, я же только что покрасил его. Так а нам-то пофиг, что ты там покрасил или не покрасил. Пушка все-таки врубает, да? Давай, 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 быстрее нам надо. Вот я не уверен, что мы успеем. Пушка-то это, конечно, вырубает, но она одна всего лишь. Ну, перезарядка у тебя такая долгая, что ли? О, начинают ребята бурить. Что опять там у него? Думаешь, царапина меня остановит? Я не знаю, как там насчет царапины, остановит она тебя или нет. Так, это у нас синие это ворота, да, вот эти вот? Слушай, я боюсь, мы, наверное, не успеем ворота. Пушка-то вот эта стрелять будет у нас сегодня? Он пробьет. Пробил уже, ребята. Ладно, переиграем, ничего страшного. Пробурил такую дыру. А вот и Джонни, всегда мечтал это сказать. Стервятники, перебейте всех, но советников оставьте мне. То есть это получается как бы была база советников. Я, короче, понял, ребята, сейчас мы будем с вами тратиться на турели. Без турели здесь не справиться нам. То есть дополнительные как бы. Это мы пропускаем, потому что видели. Такс, ну что... I'd be honored. Sending a prospector. Так, и нам понадобится волшебница. Нам понадобится волшебница, потому что они топовые, можно так сказать. Так, лазеры, лазерные пушки. Ну и, соответственно, добытчиков нужно делать. Так, ну, Сай, давай разберись там с ними по-быренькому. Так, железный десант. Так, а эту же пушку я забыл. Да-да-да, ее тоже нужно же прокачивать. Так, ладно, сейчас накопится. Сколько там у нас? 2 секунды сокращает время перезарядки. Видишь, там еще босяцки, когда выстреливают снаряды, надо не стоять там на месте, а желательно убегать. Так, пока норм, придется вот эти вот турели выставлять нам.
Мы что-то вообще как-то... Давай-давай, ребята. Помогу вам, так уж и быть. Дрона нужно, точно. Лечащий дрон. Все, ребят, явился босс. Пропускаем, мы это уже видели, что он там будет хохихать. Орать. Ну что, мы начинаем потихонечку. Так, волшебница, а почему только одна-то? Волшебница, давайте идите. Так, сейчас будем как-то пытаться все это дело успеть. Так, ну первую понятно, он пробил. Это нам не нужно смотреть. Так, души все-таки, ребят, бомбят. Так, эта штука-то у нас. Ты стоит еще там, блин, там. Блин, он еще и дрона мне уничтожил, а? Вторую броню мы сбили, да, с него получается? Окей. Я не думаю, я знаю, что я тебя остановлю. Первый был бой пробный. Так, уходим. Давай, 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 строчи. Эти-то сюда подойдите, чтобы вы могли доставать. Ауч. Да разберись ты там с ними, сходи, блин. Давай, 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 поднажали, друзья, поднажали. Не так уж много там у него здоровья осталось. Да ё-моё, он... Дай мне эту ведьму. Блин, он уничтожил мне. Ведьму не смогу. Все, ребят, по-моему, кранты. Нет! Достижение пустынный экспресс мы получили. Ты хоть знаешь, сколько мне пришлось украсть, чтобы это построить? Да мне плевать. Ну вот и круто. Остановили мы этого босяцкого. Благодаря твоей помощи мы сумели поймать руины и остановить стервятника. Твой срок будет сокращен. Спасибо, я постараюсь вести более честную жизнь. Фига у него тут молния. Такое впечатление, что это какой-то не настоящий руин. А видимо какая-то костюм или маска. Не знаю. В общем, поймали, но видимо не того. Это мои предположения. Арт Руин, нам сказали, что это не ваше настоящее имя и лицо. Снять с него маску. Он предстанет перед судом в своем истинном облике. А, нифига. Это же один из советников. Посланец артурианцев? И у меня бы вы все. И у меня бы все получилось, если бы не ваши войска и герои. Мы доверяли тебе. И вот чем ты нам отплатил? С меня довольно. Увести предателя. Вот такая вот петруха. А теперь переходим к срочным вопросам. Софос очнулся от транса.
Он сообщил, что вступил в контакт с разумной планетой, и ей грозит страшная опасность. Тревога. Темные империи напали на живую планету. Я же говорил, что Руайн это какой-то не настоящий чувак. Так, это и есть живая планета? Ну да, в принципе, он там дерево Ингрессиль растет. Живая, действительно, вон глазки даже есть у нее. О, Мунисай получил уровень у нас. И плюс очки техник. Так, раз, два, три. Готово. А что у нас тут? Еще на 2 секунды сокращает время перезарядки способности. Это у добычек моих, да? А вот это что такое? У нас увеличивает на 10% область действия урона и области бойцов и техники. Ну, в принципе, неплохо было бы. Так, все бойцы и техника с некоторой вероятностью наносят двойной урон при атаке. При продаже башни, это понятно. Вооружение с полоской здоровья появляется на пункт. Понятно. Сокращает время обстрела. Увеличит урон от взрыва. Я, наверное, возьму и вот это вот. Так, денег у меня 440 кредитов. Что я могу взять? Могу взять вот эту вот турельку. Ну, турельки на самом деле мне помогли вот в этом последнем поединке. Здесь мы сделали какой-то экспресс, вот он. Поэтому награду я получил. Ну что же, давай посмотрим. Софос пробудился и сообщил нам о живой планете, которая телепатически попросила его о помощи. Планета рассказала ему, что темные империи хотят похитить ее внутреннюю силу через корни дерева мира, чтобы с помощью ее призвать тьму, с которой не в силах справиться даже Рад. Мы должны защитить живую планету. Ну что ж, я попробую. Пока у меня все получалось. Уж думаю, здесь тоже мы справимся. Живая планета. Ух ты. Сила этой планеты заключена в обычном куске древесины? Когда мы заберем себе силу, планеты Империи вновь вознесутся и подчинят себе пустоту. Даже Рад будет бояться нашей силы. Я не позволю. Вскоре пустота поглотит вас. Все чисто. Разворачиваем базу. Уничтожьте кристалл. Так, уничтожьте корень рядом с базой. Вот этот вот. Это я могу. Так, ну а пока давай, наверное. А, я должен его защитить. У меня еще мало сил, но я попытаюсь защитить эти земли своими шипастыми корнями. Уж будь добр. Ой. Где же там твои шипастые корни-то, парень? Слушай, мне нравятся волшебницы вот эти вот. Крутые бойцы. Да, он бьет шипами, их пронзает. То, что вот у нас добыча энергии идет дополнительно, это вообще топ. Ох ты, это что такое? Это что такое там? Чего? А как я должен с этим бороться? Ты посмотри. На эти энергосгустки даже никто не реагирует. Что-то не то. Я не позволю тебе навредить им. Thank you.
Да что ты будешь делать-то, а? Так, я пойду проверю, откуда идут эти... Кто отправляет эти сгустки, не могу никак понять. Далеко я, конечно, не убежал. Я защищу эту планету. Не, ну если он даже не может справиться с этими электрическими импульсами, то и нам и подавно. Нечего будет делать. Даже эти духи не могут его бомбануть. И я защищу эту планету. Да я уже слышал, что ты ее защитишь. Попробуем сейчас уничтожить эту гадость. Слушай, он достал уже, а? Нет, они ничего не делают. Они не могут ничего сделать. Опа. Доп юнит. Дополнительный юнит — это всегда, ребят, хорошо. А что мне по задачам надо защитить это дерево, блин? Пошли проверим сейчас. Сейчас с этим попробую разобраться. Так а что ты стоишь-то? Бомби по ним. Подбили опять. Так, ну что, тогда пойдем полетим сюда. О, давай-давай, вот прям сверху бомби по ихним базам. Пытается восстановить. То ли я что-то неправильно делаю, тут фиг знает. Блин. Что-то тут конкретно нас разбирают. Да как тебе защитить-то, твою же налево, блин? Да тут нету ничего. Не понимаю я. Все, что можно и нельзя, уже тут разбомбил. Так, полетели, посмотрим дальше, что там у нас еще есть. Так, вижу портал.
обезьяна, смотрю. Наверное, вот это и надо уничтожить. Тут, скорее всего, вот это вот отправляет. Или не это, я не пойму. Так, здесь тоже мобанули. А, тут можно захватить. А, вон они, эти ребята, корни. Мунусе, ты корни будешь бомбить? Нафиг ему какие-то корни бомбить. Да, слишком поздно мы поняли. Такс. Остальные корни где-то там должны быть. Боюсь, я не успею. Где-то вот здесь, что ли? Кажется, я понял, где. Внизу. Да уничтожь ты, господи, этот портал-то несчастный. Так, подожди, он что, опять что ли корень свой вызвал? А, он не рабочий уже, все, я понял. Так, видимо, вот здесь откуда-то отправляются. Вот они. Тут, наверное, да? Вот он. Так, Муса, это где сам-то? Я же тебе сказал, иди сюда, блин. А этих подбили уже. Давай так сделаем. Полетели. Так, Мамусай уже тут. Давай его сюда. Сейчас. Что-то у вас тут, ребят, слишком дофига. Бомби, бомби, бомби этот корень. Есть. Спасибо, что спасли меня. На то, чтобы восстановиться от этой мерзкой энергии, у меня уйдет время. Из-за постоянных сражений наши ресурсы на исходе. Нам нужно отправить отряд, чтобы собрать на планете ценные фитокомпоненты. Я с радостью помогу своим спасителям. Вот так вот. Древо теперь наш друг.
И это круто. Да что ты со своим оцените? Так. Новая планета еще более ужасная. Ну, наши войска тоже, я смотрю, туда высадились. Типа пошла там какая-то суматоха. Оу, Мунисе получил уровень, плюс опять же очки техник. Замечательно. Ну что, дорогие друзья, давайте на сегодня мы закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.